Ой, цыпленок мелкий. Бегает. Скутер весь пыльный. Стоит уже, наверное, давным-давно здесь. Фу, устали. Не будешь чай пить, встань. Кафешку. Хочешь? Ну, хорошо. С пляжа. Загорели. Устали. Выходишь с пляжа. Тут вот такая кафешка. И пошли гостевые домики. Здесь хаусы. Как они идут. Собакин что-то сточил. Здесь тоже гестхаус. Тут тоже вот, пожалуйста, можешь снять. Как дальше идет тут? Тут непонятно что. Местные живут. Вот сдается, пожалуйста, дом, комнаты. Все вакантно. Здесь тоже живут люди. Поросята бегают там. Тоже под сдачу. О, хряк вышел мне навстречу. Свиноматка. Вот там еще. Мелочь бегает. Привет. Что-то точит вкусное. Ну, кругом, как обычно, помойка. Это нормальное явление для Индии. Тут никто не заморачивается. Такие вот пейзажи открываются нам. Вот красота. Вот, это настоящая жизнь Индии. Никто тут не думает о валяющемся мусоре вокруг. Это нормальное явление. Ну, упало и упало, ну, выкинул и выкинул. Ну что, он мне не мешает. Если мне не мешает, значит, никому не мешает. Вот, палки-пиги. Целое семейство выгуливается. Байк, который стоит уже, не знаю, по-моему, несколько лет. Вышли на нашу дорогу. Это кафе, где мы завтракаем, иногда отдыхаем.